Привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрыч, Димка Федоров, Донни, магистр Жух и Фанни Геймс. И сегодня в обществе вот этих двух красивых чик у нас битва за контейнеры в GTA 5. Ну, я бы поспорил. Всем привет. Всем привет, пацаны, я тут. Это милфы, вы чё, нормальные тётки? Ладно, так, кто там, Донни, ты там расставил тачки, давай рассказывай, что у нас по ассортименту. Я оставил сегодня машины, ребята, машины, и там лютый разброс, потому что все машины я делал просто... Чё, полная жесть? Я вторую возьму. Только стойте, окей, пока около них не убегайте. Блин, может, все-таки третий взять? Вжухич, давай уже. Вжух какой? Четвёртый. Все, давай, погнали смотреть. Окей, ребят, полетели. Так, рандом, рандом, рандом. Ну, неплохой рандом, в принципе. Оу, у меня Макларен P1. Блин. Макларен? Чего? Почему мне не везет? Он вообще в рандоме сегодня абсолютно. Как такой, типа, среднячок Макларен. Слушай, ну у нас два внедорожника. Макларен. Ну да, 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 да. Ребят, и у нас сегодня нестандартные испытания, скажем так. Прямо сейчас мы летим на дерби. Ну что, ребята, вот и дерби, я уже кидаю гранату. Юрчика. Не надо мне гранату. Я просто смотрю, все ли в порядке в моей тачке. Хорош! Я вообще не понимаю, что происходит, пацаны, тихо-тихо. Чё за лютая хрень? Слишком как-то динамично. Да. Машины очень мощные у всех. Я просто пытаюсь сейвиться. Блин, жестко, пацаны, они дергаются, они стреляют. Капец. Пинг. Так, минус, понятно. Так. Не-н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 е
Да. Что-то так, я очень надо было Юру. Я очень лёгкий. Чё? Так. Я не знаю, чё у него за машину. Чё-то мне вот этот Донни не нравится, блин. Оп! Мне машина вообще весит, видимо, 2 грамма. Слушай, а чё у тебя Infiniti такой быстрый, алё, дядь? Абдулла, поджигай! Не, не поджигай! Тихо-тихо-тихо-тихо! Ну ты вообще красавчик, братан! Ладно, хорошо. Ладно, в принципе, у меня тоже неплохо, да. Да, ребят, сейчас мы летим на спринт-гон. Погнали. Ну что ж, ребята, очередная проверочка на спринт. У нас тут полный, короче, кусь-мусь. Я уже кидаю. Давай. Зайцы опять дорогу переходят. Взлетная. Оооо, нифига, Донни. Нифига. Нормально, нормально. А че у Фани это? Кстати, а Диман, что-то хорошо. Не знаю, пацаны, не знаю. А, тормози! Диман! Тихо, тихо. Диман как всегда. Дядь, я ничего не знаю. Ты мне толкал, короче, вот поэтому... Начинается. Предыдущей серии, пацаны, предыдущей серии было. То, что было в предыдущей серии, осталось там. Блин, меня шлифует жестко. Да, ну, тихо. Охренеть машин тут, пацаны, просто блин, лютая хрень какая-то. Много, честно говоря. Че по максималочке? Да печальненько немножко. Так. Вот это было обидно. Пацаны. Фаня, вдвоем просто с Фаней ушли. Это вообще жопа. Жопа машина, а на самом деле это не жопа боль, это в принципе нормальная боль. Печаль, беда. Нормальная боль. Финик это такая полуспортивный кроссовер, нормально. Кстати, он еще и по бездорожью, в принципе. Кто меня догоняет? Тихо, Вжухич! Кто меня догоняет? Я боюсь назад посмотреть. Да там, вы там вдвоем хорошо вообще уехали, хорошо себя чувствуете, я смотрю. Да. Ну да. Вообще порядок, да? Вообще красиво было. Вообще нормально, да. Не, Икс на самом деле читер. Блин, Фани, ты чё? Пролезть, ты то слева. Блин, Донни, я боялся, конечно, тебя пропустить, потому что... Видимо. Блин, да охренеть тут машина, алло! Тихо-тихо! Блин, ну моя... Ты хрен срежешь даже, хор проедешь! Капец, меня финик просто напрямую делает, прикинь. Так он вообще пушка, пацаны! Как ты не разложился, а? Нормально, Диман! Так. Дядя, блин, тут блин, просто полтора километра. Давайте, девочки! Я вас уже догнал! В смысле догнал? Не, я не догоню тебя. Врежься, брат, Не хочу. Давайте, просто можете вдвоем уходите. Давай, додж. Блин, тут надо было поворачивать. Нифига не даст. Не хватает скорости. Поворачивать надо. Диман, ты знаешь что? Ты, блин. Да что ты? Вот и грубо. Поставил вообще хреново свою херню какую-то. Это лютый. Это просто была жесть. Это просто была жесть. Кто по мне стреляет? Вообще какая-то хрень лютая, да. Я, блин, практически. Если бы я не пролетел на поворот, я что-то вообще на карту не посмотрел. Я, мне кажется, выиграл. Прикиньте, мы все вместе приехали. Ну да, почти. Да. Изи нормально порядок. Я, кстати, мог еще Димку обогнать, он просто там фура так встала, блин, хрен пролезешь.
фургончика. Блин, я поворот прошляпил. Ну ладно, нормально, в принципе. Окей, ребят, записываем баллы и полетели на... Что, ребят, выбирайте. Оффроуд. Давай оффроуд, давай оффроуд, погнали. Давай, погнали. Так, ребята, ну что же, боль продолжается, и теперь мы на этих малышках поедем по оффроуду. Просто нашему любимому. Она, надеюсь, не катится ко мне? Чего там, где она? Во-во-во. Она была просто близко, ребята. Блин, я прям втыкал из-за этого. Тихо, ты втыкал, я втыкал, все втыкали, аккуратно, ехали. Да, Донни, Донни. Так, воу-воу. Куча мала. Что происходит? Просто едем вперед и чилим. Пожалуй, здесь проеду. Так, вперед и так. Господи, что так она плохо разворачивается долго-то, а? Тихо. Не, ну... Блин, у меня очень долгая машина, конечно, для такого. Последний. Так, да, я немножко... О, Юра. О, бля. Чьи-то запчасти валяются, кстати. Тихо. Так, я вот так тогда вернусь. Блин, меня Порш догоняет, пацаны. Меня Порш догоняет. По внедорожью. Охренеть, я встрял просто тут, пацаны. Так. А что, здесь не Блин, я не понимаю, а почему по бездорожью Макларен жестко тащит? Да ёпа-мать, пацаны, блин, он перепрыгнул. Я даже ехать не могу здесь, я просто кое-как встал на колеса, пацаны. Возьми просто на F2 и все, и вернись на трассу. Слышь, вы чё без меня уехали все, алло? Дюранга, хорошая. А чё тебя ждать? Прости, брат. Блин, я вообще тут на... Жесть, да господи, хватит толкаться. Да ёпа-мать, ну что? Позорит, пацаны, Поршак. Да какой Поршак позорит? Тут X5 вообще сосет. Чё подавить? Вообще охренеть! Это вообще нестандартная, вообще разная серия, пацаны, потому что вообще какая-то жесть. У меня он стреляет, я, ребят, толком ехать не могу, вон что плохо. Блин, я до сих пор не помню, куда тут ехать-то, а, пацаны? Домой к бабушке, господи! Так, пирожочек. Ёпа-мать, деревья, всякая хрень, говна всякого понаставили, понастроили, джамшуты. Нормально, порядок. Да, я проехал. Блин, я что это за хрень? Что за невидимая коряга? Да, там есть такой, я тоже в неё врезался. Блин, пацаны, я изиду, как бы, я еще... Я решил на свою комнатачку, а на самом деле она вроде бы неплохо себя показывает. Что за прикол? Что за прикол? Да, финик вообще... Тихо, оба! А куда поехать-то? Давай, Юра, продвигайся. Что за вообще лажа, жопа, боль? Я не знаю, я в воздухе висел. Так, Фанни тут в кустах сидит, понятно. Тихо. Тихо, ребят. А вы что там, далеко или нет? Я просто вообще на потниках сижу. Да блин, ребята, я из такой жопы вылез. Если честно, я, короче, через F2 вставал на трассу обратно раз 5, наверное. А если иначе никак? На одно и то же место причем. Это много. Да господи, эти коряги. Блин, ребят, я что-то там кого-то увидел, но я далеко от вас, кстати. Коряги — это жесть вообще. Это невидимое препятствие. Что, можешь подождать вас кого-то? В смысле? Ты что там рофлишь вообще сидишь? Так, а здесь куда дальше? А куда дальше? Я просто уже, ребят, на финише, все. Да ладно. А, и правее. Да, я уже ёпа-мать! Чё, кого подождать, ребят? Вы там далеко? Меня жди, меня. Я, короче, хотел как пушка Донни, короче, обогнать тут, разогнаться и врезался просто. Там пушка вообще есть, вы чё там далеко? А вон, вижу, крадётся розовая. Просто нереально, нереально, пацаны. Брат, братишка, давай. На тебе гранату, понял? Да иди ты. Ну, да, прикольно, пацаны, но очень сложно, особенно когда пушка стреляет, тачка. Вообще жесть. Да. Он, короче, стреляет, вообще нереально на нем. Невидимые колдоебины. Нормально. Ладно, ребята, да, ждем остальных. Оба! Ой, перелет. О, че, у кого тянет? Мы приуныли. Приуныли? Ну это нормально. Но там Фанни, да, там Фанни приуныл, я тоже видел. Да. Я Поршак догонял в конце уже. Да я там так. Фанни там просто этот где-то на камнях сидел, а вжух на коряге, на суку завис. Ясно. Окей, ребят, давай полетели выбирать вторые. Погнали. Так, ребят, ну что, у нас вторые контейнеры, и там реально боль, поэтому, ребят, вообще боль? Давай я пятый, я пятый возьму, давно не брал. То есть четвёртый. Да фак, что это за прикол? О, да ладно. Я сказал, там боль. В смысле боль? А чё он на бэхе? Чё за бэхе, алё? Вот чё за бэхе? Вот чё за бэхе, алё? Ну прикал? Давай его зажми, давай ему пиздюлей дадим просто. Ты посмотри, вот это говно, оно же просто... Да у меня такая же хрень, слышишь? Прыгать, блин,
Я офигеть. Не, Донни, брат, я к тебе еду, короче, в апреле. Я тебе говорю, я тебе ночью устрою. Это чисто был рандом. Ну что, ребят, вот и драк у нас, испытание драк рейсинг. Я кидаю гранату. Димон уже стал впереди. Алло, дядь, не кидай ничего. Форум. Это так, если будет себя плохо видеть. Да-да-да, сто пудов. Я сейчас еще пулемет возьму. О, вжух, нихера там. Блин, я вообще в старт. Да вообще, вообще. Это лютый бред, если честно. Алло. Блин, я догоню или это не просто, догоню? Да, бэфа? Это действительно, блин, какой-то жесть. Я просто от первого лица еду. 80. Я могу даже о, пацаны, у меня журнал есть, GTA 5, хотите почитать? А у меня какая-то порнуха лежит тут на сиденье. У меня дедовские сиденья. Блин, 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 да Донни, господи, ой, Фанни, я Донни почти обогнал. Смысл? Подожди, Юра не доехал, я доехал. Чё значит не доехал? Ну не знаю, окей. В смысле, здесь же... Записываем баллы, полетели на следующее испытание. Погнали. Короче, пацаны, унижение продолжается. Воу-воу-воу. Молодой человек. Так, унизили кого-то там уже, я смотрю. Ну, короче, я уже еду. Так. 150, между прочим. Да ладно, неплохо. Зря смеетесь. 180. У меня 150, пацаны. Я чтоб быстрее разогнаться. Ты гонишь, что ли? 170. Чего? 180. Ого. 190. Это что там за корыто такое у тебя, алё? 200, блядь. Ого. Что? Я тебе отвечаю, брат. 210 почти, ну 205. У меня 220. Не-не-не-не. Ай, чего? У меня столько. Разогнался я хорошо, но улетел я. У меня 230, короче, пацаны, чилим. Ого. Вы что, угораете, что ли? Я, да ладно, я не последний. Я не последний. Воу-воу, он еще отрикошел. Пацаны, я на бота встал, меня бот прокатил немножко. У меня 200 нет, понимаешь, у меня 200 нет. Вы что, прикалываетесь? У меня 220. Кто это летит? Я. Подожди, господи, в смысле? Вы чё? Так, кто полетел дальше? Я лечу. Так. Нормально. Ой, так, Фанни меня зубы. Перелетел. А, перелетел здесь, меня перед, Фанни. Перед тобой. А кто у нас последний? Я на втором получил. Ну, я предпоследний. Фанни первый, Фанни первый, я второй. Да-да-да, получается вжух третий. Нет, ты первый, Фанни, ты первый. Фанни первый, Юра второй, вжух третий, я четвертый и Донни пятый. Да, да-да-да. Донни пятый. Ну это неожиданно, ребята, это вообще какой-то пипец прям. Пытание, пацаны, сейчас будем уничтожать и унижать Донни. Да, БМВ надо было сказать, БМВ. Так ура, что я проиграл. Да-да-да. Полетели на последнее испытание, прыжок с горячей. Погнали. Ну что ж, ребята, моя сатана уже готова, короче, рвать просто и мецать. Сатана. А что получается, нам же надо... Ой, я врезался. Я не хочу умирать. Там вжух что-то красиво. Полетел вообще, так стилит. Воу, да, вообще. Блин, господи, я кое-как прыгнул вообще, пацаны. Тихо, ну тихо, ты не тихо, радуйся, блин. Рано радуешься. Почему? Ай, а, больно. Да, вау! Нифига, я по горе просто, смотрите, что делаю. Смотри, что делаю, сейчас Димка обгони, смотри, хоп! Да ладно! Да-да-да, я уже все сломаю. Крейсер Аврора прям. Я тебя подтолкну, не переживай. Нет-н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 ет-
буду. Я опять последний. Пацаны! Пацаны, это мировой рекорд просто. Вы смотрите, что делает. Я не знаю, что там ты делаешь, но, блин... Смотрите, что она делает, пацаны! Блин, камень. Третий получается, все, да-да-да. Я третий тогда... Фанни второе, а куда там... Лысый в шоке, я почти до низа долетел. Она едет сама, пацаны. Она сама едет. Все, встала. Все, остановился. Стой, ничего не трогай. Не, все, встала. Я почти доехал, ты посмотри. Охренеть. Ладно, блин, нормально. Почти все-таки говно, но вроде неплохо так, да? Погнали. Ну что, ребят, самое время подвести итоги. Думаю, это будет очень неожиданно, да? Да, 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 вообще. А, в общем, 13 баллов у Вжуха. Так. Потом у нас в зоне по 18 баллов. Нифига, отрыв какой, смотри. Дальше идет Димон, 19 баллов. Да ладно. И очко? 22. Да не очко, что ли, я хотел очко. Нормально. Ну, на самом деле, давно, давно Лысый не побеждал, поэтому... Иху! Окей, ребят, была такая сегодня очень непредсказуемая. Вообще жесть какая-то лютая, да. Почаще надо таких вот рандомов, да-да-да. Да, ребят. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, и всем удачи, и всем пока-пока. Всем пока, ребята. Всем пока, ребята. Всем пока-пока.